А теперь к новостям спорта. Информация подтвердилась. Бывший наставник волгоградского «Ротора» Игорь Менщиков возглавил футбольный клуб «Тюмень», выступающий в первенстве профессиональной футбольной лиги в зоне Урал-Приволжье. Экс-наставник волгоградского «Ротора», приведший команду к первому месту по итогам осенней части сезона 2019-2020, Игорь Менщиков, официально утвержден в должности главного тренера футбольного клуба «Тюмень». Таким образом, Игорь Анатольевич де-факто вернулся на родину, поскольку является уроженцем города Сургут Тюменской области. В свое время Менщиков именно в тюменском «Геологе» мог начать карьеру действующего игрока, но в далеком 88-м году его не взял в команду тогдашний тренер Рудольф Атамалян. После чего Менщиков уехал в Волгоград, где вместе с «Ротором» выиграл серебряные медали чемпионата России 93-го года, а впоследствии с успехом возглавлял дублеров сине-голубых и главную команду региона. По словам самого наставника, переход из команды лидера второго по силе российского футбольного дивизиона в низшую лигу – это действительно шаг назад. Но коуч уверен, что дальше будет два шага вперед, и его решение возглавить сибирский коллектив предопределил разговор с директором ФК «Тюмень» Александром Поповым, слова которого стали более чем убедительными. Главной задачей Игоря Менщикова в весенней части сезона является создание в Тюмени боеспособной команды на будущий сезон. Добавим, что в зоне Урал-Приволжье Тюмень занимает 10 место из 12 участников, имея в активе 14 очков. Но также стоит отметить, что решением контрольно-дисциплинарного комитета с команды дважды было снято по 6 очков, что отодвинуло Тюмень в подвал турнирной таблицы, как минимум с 5 места. Константин Родионов, телеканал «Волгоград-1».